Картана, я хочу знать одно, потеряли мы их или нет? Мы оба знаем ответ на этот вопрос. Мы проделали ненужную работу. Как же они... Будь первым, корабли Ковенанта всегда были быстрее. На пути к Ритче мы будем лететь на световой скорости, поэтому маневрирование будет трудным. Мы летим в Дар, так? До тех пор, пока не избавим скорость и не войдем в субпространство. Они будут ждать нас на дальней части планеты. Где мы сейчас? Наши истребители просчитывают новый маршрут. Все нормально. Но я обнаружила признаки приближения боевых групп класса ЦЦС, в каждой из которых находится по 3 крупных боевых корабля. И через 90 секунд они будут здесь. Ну хорошо. Вводи корабль в бой. Хочу, чтобы все на станции. Все, сэр? Все. И Картана. Давайте устроим старым друзьям теплый прием. Я уже начала. Внимание, боевой персонал, доложите о своей готовности. Пятый взвод, охраняйте воздушные шлюзы на девятой палубе. 15-й взвод, соединитесь с 22-м тактическим отрядом на борту транспорта Чарли-14. Вы слышали, девочки? Шевелитесь! Это не боевые учения. Повторяю, это не боевые учения. Повторяю еще раз. Мы должны закончить то, что уже начали за нас другие. Мы высадимся с корабля и продолжим нашу миссию на твердой земле. Когда мы встретим этих тварей, то открутим им бошки и выбросим их нафиг. Солдаты, я правильно говорю? Здравия желаю, сэр! Ага, значит, я прав. Тогда двигайтесь в 2 раза быстрее. Внимание всему персоналу. Мы идем навстречу врагу. Возможно, внешний и внутренний контакт. Сегодня вы сопляки увидите Ковенантов вблизи. У нас сегодня будет чудный денек. Ух ты! Сэр? Правильно, но... Включайте системы нижнего уровня, посмотрим, что по прорыв поля через 30 секунд. Оно взорвется через 5. Зеленый свет. Цикл завершен. Извините за задержку, командир, но у нас тут напряженная ситуация. Дезориентация должна пройти быстро. Добро пожаловать, шеф. Битва уже началась. Шеф, пожалуйста, осмотритесь в комнате. Мне нужно отстроить датчики вашего боевого костюма. Хорошо, спасибо, сэр. Я включаю меню помощи, сэр. Датчики в норме, нет ни ожогов, ни обморожений. Идите впереди, взберитесь на криотрубу. Я дал двойную дозу стимулятора. Когда будешь готов, принеси мне оптико-диагностическую станцию. Стою на красной площадке.
Обычно техники отвечают за наведение на цель, но у нас мало времени, сэр. Посмотри на эти световые панели. Когда их включаешь, они меняют цвет. Хорошо, пока все нормально. Шеф, я сделаю некоторые изменения, переверну обзор, а вы решите, нравится вам или нет. Попробуйте в мерцающих огнях. Так лучше или я должен перепроверить? Теперь попробуйте еще раз посмотреть вверх и вниз. Мне это оставить или опять переключить? Хорошо, я оставлю обзор нормальным, но если вы захотите, можете его изменить позже. Проверка энергетического щита. Идите за мной на станцию проверки энергощита. Пожарным командам прибыть на позиции Альфа-Сьерра. Датчики показывают вторжение чужих. Окажите помощь в отражении атаки. Сэр, посмотрите на меня, и мы можем начать. Хорошо, включайте энергощиты. Хорошо, щиты полностью заряжены. Разрядите их, чтобы проверить автоматическую перезарядку. Обычная перезарядка, корабль в полном порядке. Это капитан Кис, нам нужен командор на мостике. Капитан, надо проверить оружие, но я... И побыстрее. Есть, сэр. Скемплер нестабилен, надо спешить. Хорошо, мне нужна хотя бы самодиагностика. Они уже возле двери. Охрана! Вторглись нарушители! Нет, пожалуйста! Сэм! Сэм! Быстрее, нам надо уходить отсюда. Сюда! Охраняйте эти бластеры! Шевелитесь! Вперед! Внимание всем! Абордажная команда вторглась на палубу 4712. Команды перехвата. Действуйте по расписанию. Командор, здесь все в порядке. Возможно, вы нужны в другом отсеке. Бежим отсюда! Я с тобой. Вот он. Сэр, капитан вызывает вас на мост. Немедленно следуйте за мной. Продолжайте! Вон он! Отойдите, шеф! Капитан Кис ждет вас, сэр! Капитан Кейс. Рад видеть тебя, командор. Пока идет все нормально. Картана сделала все, но у нас не было шанса. Ковенанты собираются выставить линкоры против одиночных галусианских крейсеров? Ментоза, отвечай! Тогда убей четверых. Выспался? С таким управлением нет уж. Ты правда скучал? Докладывай. Это одна из абордажных групп. Возможно, это заряд антиматерии. Мэм, отказали системы управления главной пушки? Капитан, пушка была моим последним орудием. Ну ладно, я инициирую протокол вызова. Мы уходим отсюда. Картана, это и тебя касается. И что вы сделаете? Покинете корабль? Смотря как сказать. Попытаюсь доставить тот найденный объект. При всем уважении, сэр, на этой войне достаточно уже мертвых героев. Я оценю твою заботу, Картана, но это не для меня. Захват или уничтожение корабля неизбежно, и это значит, что ты должна покинуть корабль. Джонс, приготовься к экстренной посадке. Погрузи их на Минора Лейс
и держись. Да-да, сэр. После этого ты примешь командование. Высади Картану из корабля и береги ее. Она не должна попасть в руки врагов. Если это произойдет, они узнают все наши дальнейшие планы, новейшие разработки оружия. Земля, я понимаю. До вашего приземления Автомул будет выполнять уклонительные маневры. Ты не слушаешь. Я хочу, чтобы моя подпрограмма выполнила окончательные расчеты. Отличная работа, Картана. Спасибо. Ты готов? Дашь знать. Удачи, командор. Ваша инструкция немногим отличается от Адама. Только не надо умничать. Я не держу его заряженным, сынок, так что найди патроны. Thank you.
Наши спасательные шлюзы. Мы вылетаем, они приземляются. Умные гады. Ковенады приземляются за нами. Всем, это капитан. Приготовьтесь покинуть корабль. Используйте спасательные корабли. Персоналу двигаться к эвакостанции. Желаю удачи. Став спасательных капсулах. Спешите к спасательной капсуле. Внимание, двери закрываются. Ковенады уничтожают спасательные капсулы. Они не оставляют нам ни единого шанса. Нужно использовать проходы корабля. Следуйте за точкой, она приведет вас к открытым дверям. Я засекла движение на путь к выходу. Для безопасного выхода используйте распознаватель пути. Мы слишком близко, надо найти другой выход. На детекторе движения все чисто. Подождите, мы должны пройти через эту дверь, но она повреждена взрывом. Анализирую. Механизм, контролирующий дверь, вышел из строя, но вы сможете ее открыть с помощью оружия.
Похоже, ковенады хотят поймать тебя. Повреждение увеличивается. Не знаю, сколько еще сможет выдержать Адам. Спасательная капсула быстрее, пока не стартовала. О, нет, нет. Нет. Сейчас самое время уходить. Найди его. Что, сэр? Мы оторвались на безопасную дистанцию. Сэр, у нас получится, я не хочу умирать здесь. Смотри! Эй, лейтенант, что это? Приземляемся. Ионов, чистый! Я так и знала. Здесь ручное управление. Внимание, мы уже почти у цели. Входим в кольцо атмосферы через 5. Ты уверен, что не хочешь присесть? Все будет супер. Если бы у меня были пальцы, то я бы их спустила.